У жителей Твери и Торжка появилась отличная возможность приобрести лучшие образцы скандинавских курток и дубленок по низким ценам. Сделать это можно, посетив торговые центры «Да» в Артиллерийском переулке и Ильинский двор на улице Дзержинского, где только на этой неделе работает нордическая выставка петербургской компании «Союз импортеров». Уход многих западных производителей должен был спровоцировать сокращение ассортимента качественной одежды. Однако этого не произошло благодаря таким компаниям, как петербургская компания «Союз импортеров», которая привезла в Тверь и Торжок лучшие образцы скандинавских курток и дубленок по низким ценам. Так как сейчас многие магазины ушли, но компания в дальнейшем также заинтересована продавать. Да, и мы сейчас вправе не платить отчисления правообладателям и устанавливать свои цены. То есть это от магазинной цены в 2,5, а на многие модели даже в 3 раза дешевле. Каждый здесь может найти зимнюю одежду по вкусу. Арктические пуховики, скандинавская норка, дубленки из овчины, кожаные куртки, аляски и парки. Это модель финского пуховика компании «Ревантуля». Наполнитель натуральный гагажий пух. То есть там 80 пуха и 20 пера. Ткань «Гортекс» не продувает, не промокает, грязи отталкивающая. По окантовке капюшона идет натуральная куница, практически метр натурального меха. Эта модель до закрытия стоила 70 тысяч рублей, сейчас представлена с оценкой в 3 раза. Представители сильного пола также могут здесь приобрести стильные куртки, дубленки и пуховики, сделанные по самым современным технологиям. Климат-контроль «Автоджек». Здесь мембранная ткань. То есть она вообще не боится дождя, не боится ветра, весит меньше килограмма, ну, грамм 700-800. Выдерживает температуру примерно, то есть можно ходить от плюс 5, от 0 градусов, до минус 25-30. Первые же покупатели сразу оценили ассортимент, качество, а самое главное – цены. Это канадская куртка «Аляска». Хорошее качество, как правило, не найдешь. За такую цену вообще смешно. Я просто в восторге, правда. У нас вот нету в Твери здесь таких магазинов, которые, ну, реально хорошее качество и цена вообще приемлемая. Не то, что даже приемлемая, а классная цена. Ярмарка скандинавской одежды «Нордическая выставка» работает в торговых центрах в Твери по адресу Артиллерийский переулок, дом 3, и в Торжке на улице Дзержинского, 65, ежедневно с 10 утра и до 8 часов вечера, вплоть до воскресенья 19 февраля.